Дорогие друзья, добрый день. Вы знаете, когда я вот вначале смотрел на экране, в самом начале, когда наш ведущий начал презентовать сегодняшнее мероприятие, смотрел на экране за тем, что происходило в прежние давние годы и что происходит сегодня в связи с организацией различных экспедиций, мне подумалось, что это ведь тяжелая, а подчас очень опасная работа. Это действительно такая сложная работа, требующая большой отдачи сил, а подчас и связанная с риском для жизни. И тем не менее люди едут, летят, плывут, лезут в горы, ныряют под воду. Почему? Потому что, во-первых, они убеждены в том, что они делают очень нужное дело. И я хочу обратиться ко всем вам и сказать, что это так оно и есть. Большое вам за это спасибо. А во-вторых, это люди, которые очень увлечены тем, что они делают. Они отдают часть самих себя этой работе, посвящают часть своей жизни, значительную, а может быть, иногда даже и всю свою жизнь тому делу, которому они решили служить. И только тогда, когда вот эти как минимум два компонента соединяются, личная внутренняя убежденность в важности, правоте того, что ты делаешь, и готовности посвятить себе этой работе, тогда появляется результат. Конечно, за любым результатом, как правило, стоит не один человек, а целая группа. Во всяком случае, в той, имея в виду ту деятельность, которую мы сегодня рассматриваем, стоит не один человек, даже если его именами что-то называют, а, как правило, за этим стоит целый коллектив, группа единомышленников. Поэтому, награждая сегодня конкретных людей, не случайно они сами об этом говорили, мы имеем в виду всю группу тех людей, которые стояли за результатами, достигнутыми в ходе этих экспедиций. Но мы сегодня присутствуем при очень приятном событии. Мы возрождаем еще одну традицию Русского географического общества – вручение премии. Вот здесь наш замечательный и любимый всеми нами космонавт говорил о том, что Русское географическое общество когда-то ушло куда-то в небытие, потом опять заработало. Ну, будем считать, что оно заснуло летаргическим сном, а потом опять явилась нам, как спящая красавица, и радует всех нас, вдохновляет всех нас на новые свершения. Но, безусловно, когда мы говорим о человеке года, это значит, что за этим коллективом и за руководителем этого коллектива признается, что они сделали что-то особенное, и что-то важное и очень интересное. Ну, давайте посмотрим, кто это и что это за работа. Это вы победитель? Итак, решением экспертов премии «Человек года Русского географического общества» удостоен Константин Робертович Богданов. Удостоен он за обнаружение и исследование линейного корабля «Лефорт». Это место и причина... Добрый день. Место и причина крушения не была известна почти 150 лет, и вот наш лауреат вместе со своими коллегами, с друзьями провел эту огромную работу, но, насколько мне известно, это не единственное, что делал этот коллектив. Они проводят очень большую работу, связанную с восстановлением имен героев Великой Отечественной войны и Первой мировой войны. У них есть целая программа, которая называется «Поклон кораблям Великой Победы», да? Они исследуют, находят места гибели подводных лодок и боевых кораблей во время и Первой, и Второй мировой войны, во время Великой Отечественной, и восстанавливают, как я уже сказал, имена героев. Чрезвычайно важная
работа, и особенно, конечно, она важна всегда и будет важна всегда в веках, мы будем помнить об этом, но в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне это особенно важно. Спасибо вам большое. Желаю вам новых успехов. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Хочется отметить, что то, о чем мы с вами говорили летом 2013 года на острове Гоголин, тот проект мы реализовали. Сегодня действительно, благодаря и поддержке Русского географического общества, и компании «Транснефть», и Министерства обороны, сегодня есть виртуальный музей парусника «Лефорт». И в ближайшее время мы представим вторую серию экскурсий по внутренним помещениям этого корабля. Работа продолжается, и я надеюсь, что в следующем году, к 70-летию Победы, мы покажем еще хороший результат, пока не буду забегать вперед. Спасибо огромное за эту оценку. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Поздравляем нашего победителя, человека года, Константина Богданова.